Всем доброе утро, мои дорогие друзья. Мы вышли вот с детками. Знаете, вышли куда? За хлебушком. И я решила чуть-чуть погулять. Здесь вот так, как у нас, например, на каждом углу не продаются овощи. Открытые, да, допустим. Манава называется где. Поэтому вот я сейчас в поисках ищу еще такие классные магазины. Выгляжу я вот так сегодня. В моем платьице быстро одела. Вот так выглядит. Вот. Собрались идти погулять по Люлебургазу. Завтра мы уже. На, меня с ними. Красиво. Вот какая красивая. Вот наша бабулечка. Это моя самая любимая бабуля в мире. Вот Ашки. Мой блогер. Вот Мари, Куся моя. Мы зашли в туфельный магазин. И смотрите, какие смешные. Бабуной, то есть. Это смотрите, какие смешные. Это что за туфля? Знаете, вот только не говорите бабуле. Я хочу вот эту туфлю для ее купить. У меня есть 910 лир, а это стоит 840 тили. И я смогу купить. Вот еще очень красивые туфли. Мне больше всего понравились. Мне больше всего понравились вот эти вот туфли. Моей сестре понравились вот эти вот. Бабуля сейчас покажет, какие ей нравятся. Вот эти вот джинсы сколько стоят? 450 тили. Я обязательно куплю. Вот эти тебе нравятся? Угу. Сколько тили? 930. Вот здесь тоже красивые туфли, но мне больше всего тебе понравились. Вот это тоже красивые. Это здесь оборвали. Да, это тоже красивые тапочки. Этот я тоже смогу купить. Это сейчас похоже на желтое, но по-другому. О, тут тоже красивый блестящий. 250 телей. Я таких могу купить где-то 3 штуки. Вот эти тоже очень красивые. Мне очень нравятся. Короче, мои подписчики, я вам хотела сказать, что мне тоже хочется туфли, но я сказала бабуле, когда я вырасту, вот ты мне такие же туфли купишь, какие я мне. Она мне так сказала, у меня же есть деньги, 900 тысяч лир. Я смогу купить для себя очень красивые туфли. Вот я, всем привет. Вот все туфли. Бабуля, тебе больше всего какие нравятся? Ты смотри, когда снимаешь. Угу. Вот нету такого, чтобы сильно понравились. Угу. Вот эти красивые. Ашка, выглядай. Вот. Вот эти очень красивые. Если вы выйдете... Вот эти вот. Сколько стоят они? 450 или акция. Мне вот эти нравятся. Ты что? Вот эти золотые, которые... Ты не видишь, там скидка. Ашки. А вот эти вот стоят... Вот эти вот стоят где-то 500 тиле, если я не ошибаюсь. Там написано. Что-то так дешево шли. Ага. Мне вот эти... Сколько? 870. Так мало, что ли? Нету. Короче, ребят,
Я не знаю, что я вам что мне сказать, такой красивый магазин. И так мало стоит, то в другом магазине где-то будет 1500 будет стоить вот этот вот тапочек, вот этот, который я вам показывала. Вот этот. Вот этот. Я офигела просто. Бабуля, просто посмотри на этот ценник. Вот это вот стоит 250. А вот это вот стоит 270. А эти 600. А вот эти? И сзади должны быть. Только. Вот эти красивые, да? Угу, джинсовые. 900 тали. Чего? Ой, как мне понравились. Ага, вот эти вот еще туфли красивые. Мы зашли в другой магазин. Бабуль, как этот магазин называется? Круглый. Смотри, какая красивая сумка. Ну, вот. Знаешь, что здесь? Ирма, здесь нельзя трогать уже. Положи. Здесь нельзя трогать. Выключи, Марина. Всем привет. Посмотрите, куда мы приехали. Угадайте. Угадайте. Барабанный дробь. Эша. Стой здесь. Мы приехали в такой большой торговый центр. Он раньше был в городе возле нас. А сейчас его перенесли сюда. И мы приехали посмотреть, какие здесь бренды. Да ты знаешь, тебя очень мои подписчики ждали, когда, говорит, ты в нашем блоге покажешь. Я тоже ждала моих подписчиков, знаете? Все, смотрите наши видео. Мы вам будем показывать, как мы все растем там. Видите, вот она хотела вам сказать. Видите, как классно здесь такая территория. Игровая зона. Мигрос напротив, Вайкики. Пойдем смотреть дальше. Вот он. Посмотрите на моих детей, что они выбрали поиграть. Выбрали. Классный центр. Мне понравился. О, 200 покупки сделали женщины. В общем, 200 нормальные. Мне понравилось тоже. Эпикюли. Красивые вещи продают. Красивые женщины тоже. И, вы знаете, столько шмоток, что уже не знаешь, куда их одевать, если честно. Сашкин придет, поиграет с ним. Ха-ха! Видеочек медым. Друзья мои, вот это вот главная площадь Люлебургаза. Нари нас сейчас сфотографировали. Детки мороженое кушают, да? Все, сейчас мы идем кушать соус. Я приготовила такой вкусный соус, потому что они сухомятку здесь были. Прямо они соскучились по еде. Вот. Купили билеты, завтра выезжаем. У нас... Ну, знаете, какая здесь жарища, но... Время сколько? 7 часов, здесь 8:30 светло. Но так как здесь сухой климат, вообще нет влажности, это не ощущается совсем. Знаете, какой классный. Здесь продаются для голубей. Эти? Голуби, фу, это... голуби — это грязь. Купили сегодня черешню. 60 лир килограмм. Приготовила сегодня такой соус. Сейчас не видно ничего. Сейчас приготовлю, подождите. Во! Курица, картошка. Ой, вкусняшка. А здесь на районе что у нас? Свадьба. У них через день здесь свадьба. Они закрывают улицу. Перекрывают. Смотрите, какое шоу, чтобы не платить за салоны. У невесты не свадьба сегодня, а обручение. У невесты такое платье розовое. Танцы до утра. Thank you.
Ну, ну посмотрите, как много людей. Это, наверное, романская, румана, цыганская свадьба. Наша малаша, ну, со стороны очень красиво. Наконец-то, полчаса длился этот танец. Невеста там вся уставшая. Вот. Такая уличка. Такой маленький город, классный. Тут соседи друг на друга весь смотрят. Мир с нами не сравнится. Но мне так нравится он, этот город. Здесь город, мне кажется, пофигистический. А сегодня шли по одной улице и смотрим по главной улице. Там, где мы жили со Шкивом, снимали квартиру, этот дом полностью разрушили. Вы понимаете? Я не знаю, почему. Может, после землетрясения? Как? А, при чем тут землетрясение, в принципе? Вот. И там все разрушилось. Ну, дом разрушился. Я не знаю, что там будет. Вот автобус едет, главная улица такая. Тут свадьба у нас. Обручение. А я детей перекупала сейчас, внуков моих. Ашкива скупала, сама искупалась. И что буду делать? Отдыхать завтра в дорогу нам. Дорога вечером, правда. У нас много дел, кстати.